Сука. Почему у тебя в Шерифе была самая большая запеха? Ну, вообще, за всю карьеру. Учитывая с премками, да, мне выходило где-то косарь в месяц. Косарь баксов? Да. Сколько? Косарь баксов. Это самая большая вообще зарплата? Я без сборной именно в клубе беру, с премиальными в клубе. А со сборкой, с премками? Ну, у нас за победу приходила двушка за победу именно. Двушка чего? Долларов. За победу. Чисто. За одну победу? Да. В сборке 2000 баксов? Да. Топ. За одну победу, ёпта? Да. А сколько ты в месяц максимум зарабатывал? Учитывая, если я в клубе и в сборной был, да, то бывало по трёшке, по четвёрке бывало.